Всем привет! Доброе утро! Екатерина! Да, мы сегодня снова снимаем, потому что у нас сегодня великий день для нашей группы. Мы записались на футбольный турнир, и сегодня, сейчас, точнее, мы уже едем туда играть. Вот, турнир будет всего лишь один день, там всего лишь два матча. И наша группа ставили на 9:30, на это самая ранняя игра. Вот, мы решили собраться немножко раньше, чтобы хотя бы потренироваться. Потому что на самом деле у нас команда вообще, команда, группа вообще не то, что не футбольная, она вообще не спортивная, в общем. Да, и вообще самый медленный человек, который я знаю, вообще, которого я видел в жизни, и по реакции, и по разговору, он у нас еще стоит на воротах. В общем, да, интересно сегодня будет. Я думаю, мы сегодня больше насмеемся, чем выиграем. Да, ну что мало кто вообще играл в футбол, и вот, поэтому мы будем сегодня много смеяться. Знаете, я только что смеялся с наших ребят, но мы договорились на 8:30, сейчас 8:43, мы немножко опаздываем, а Адрия, испанец, уже на поле. Да, испанец пришел первый. Что-то здесь не так. Не знаю, поняли вы или нет, но у них форма должна быть вообще-то синяя. В общем, дворовая команда, все пришли, как хотели. Разные оттенки синего. Вот. Ничего, вдруг они выиграют, вдруг произойдет чудо. Будем надеяться. Ну, в общем, играем мы хреново. У нас было всего лишь два удара. У них было ударов 10. Катя говорит, что это не так плохо, но я говорю, что лучше сыграть ничью, ждать момента и забить, чем просто продуть. На самом деле на ребятах держится весь матч. Там Стас и Дима тянут всю команду. Проиграли по пенальти, жаль, но мы держались. Но если честно, мы должны были проиграть еще в матче. У нас ударов 3, наверное, было за весь матч. Вот, ну, такая вот фортуна. У нас есть еще один матч, и мы можем хотя бы забить гол с игры. Мы уже успели съездить домой. Да, и вернуться, потому что второй матч у ребят. Мы играем против команды, которая называется
называется We are going to Toulouse. Мы едем в Тулузу, это французы. Здесь один человек только у них белый, остальные чернокожие, поэтому я думаю, нам сейчас будет жопа. Become ready. Yeah. Another gun is ready. Yeah. Yes. I accept whatever he said. И, в общем, просто... Shorter time. Перевод. И, в общем, знаете, в чем вообще вся загвоздка? В том, что ребята не ходили домой, не кушали, не отдыхали. Они пошли на пляж. Они все 3 часа с прошлой игры они провели на пляже. Поэтому нам капец. Кстати, ребятам поменяли соперников, вернее, не поменяли, а мы просто неправильно поняли, и они играют с турецкой командой, вот. А вот те, которые мы видели черных, вот так они были с Нигерией, ребята. Но они говорили на французском, поэтому подумали, что они французы, вот. И сейчас они играют, прям за мной. Уже игра началась. Пасека отдал сегодня. Красава! Два ассиста. Красава! Мы выиграли! Какой ценой мы выиграли? Another picture! Woo-hoo! With the victory! A picture after winning! After win, you have to take a picture! Нам на месте не сидится, и мы сейчас едем на пляж. В Юрмалу там сидят наши одногруппники, они там загорают, и мы будем загорать. Сегодня отличная погода. Сегодня 27 градусов, но, правда, большой ветер, но 27 градусов. Вот. И, возможно, мы даже покупаемся, хотя я знаю, что Балтийское море очень холодное. И посмотрим, в общем. Если нам будет очень жарко, то придется купаться. Смотрите, как Дима отдыхает. Ребята играют в волейбол. Я тоже играла, но уже перестала. Мне не выходит. We'll be right back.
уходим с пляжа. Мы, кстати, недолго там побыли, где-то час. Да, полтора, может. Очень-очень ветрено было сегодня. Очень. Мы еще поздно приехали. Песок прям везде. Я сегодня, наверное, буду сегодня в душ, скажу, третий раз за день. Да. Будем вымывать песок. 150 часов. Да, и ты, Стас, будешь вымывать песок. А, если у меня было души. А потом заметать будем по всей квартире. В общем, очень продуктивные выходные. Очень. Да. Да, мы были в Сигулде, играли в футбол, и сегодня мы закончили день в Юрмале. Да. Будем ехать домой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До следующих влогов. Пока.